Надо заметить, что враг до сих пор силен и достаточно активен. И дронов у него хватает. Не знаю, как там в 10 километрах, хорошо бы уничтожать их рядом хотя бы. Потому что не знаю, как за все направление под Авдеевкой, могу сказать, что за каждым солдатом, за нашим бегают дроны. За одним солдатом до двух дронов. Поэтому говорить о том, что там все, понимаете, как скажут, так и попрем, есть нюанс. У нас идут другая совсем сегодня тактика. Тактика стратегического поражения Украины. И это очень правильно. Но любая нормальная армия в мире устроена именно так. Если скажут, то попрем. Нет. Это... Надо просто выбрать момент, когда говорить, и перейти. А вот нанесение... Момент, очевидно, еще не наступил. Возможно, уже наступил. Но нанесение главного удара – это очень большая для Украины проблема. Никто не знает, где он будет. А то, что мы наносим удары по тыловым структурам, это очень правильно. Потому что мы выбиваем их резервы. Ну чё, кружевные трусики не жмут там вам? Ничего? Нормально все, в порядке? Что, скоро карточки продовольственные вводить будем? Все хорошо, вперед в Европу. Хотели, получите. Плохо. У них там плохо. Нам тяжело еще. Но, я вам скажу, разница... Вот я был в прошлом году Новый год встречал на передовой, и этот Новый год. Небо и земля. Ну вот, в прошлом году я вышел, мне было тяжело. Ну, с тяжелым чувством, понимаете? Потому что ребята, ну, напрягались и понимали, ну, раз вы здесь, мы тут все вместе сделаем. А сегодня, извините, мы салют запускали на передовой. Специально для них вытащили салют и запустили туда. И правильно в этом отношении направление главного удара, оно состоится. Оно обязательно будет, я в этом не сомневаюсь. Другой вопрос, что вы будете делать на Западе, ребят? Они же прекрасно понимают, что все, Украина. А дальше что? Там что-то в Швеции готовится, прибалты там что-то. Правда, поляки чуть-чуть притихли, но уже начали, наверное, понимать, что они там следующие, что-то там не очень. Конечно, мы без иллюзий, но прекрасно понимаем, что все они готовятся к следующему этапу войны. К следующему этапу. Им сейчас, вот про Йемен я не буду говорить, не специалист большого класса. Но как хотите, для нас это абсолютно выгодная вещь. Нефть взлетает, а про Украину забывают и так далее. Вперед! Вы что, готовы вести кучу войн, Запад? Вперед, давайте,